Блаженні нищие духом, яко тихи царство небесное. Блаженні плачущи, яко тихи утешатся. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Сказал Господь притчу сию. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою. «Что мне делать? Некуда мне собирать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Дорогие братья и сестры, здравствуйте. В притче о безумном богаче мы встречаем два интересных момента. Первый – это то, что Господь не против богатства. А второй – это реакция человека на приобретенное богатство. «Разрушу житницы мои и построю новую». Смотрите, реакция на богатство, на увеличение его – разрушение. Зачем разрушать старое? Ведь можно достроить одно-два хранилища, и можно было бы сложить весь урожай. Но нет, разрушить. В этом и заключается безумие богача. Из самого названия, что человек был богат, видно, что человек не бедствовал и до этого урожая. Значит, ему всего хватало, жил в достатке. И первая мысль, когда Господь одарил его еще большим благом, не поделиться с другим: «О, теперь у меня есть гораздо больше, я могу помочь кому-то еще», а именно разрушить. То есть получается, что когда в наши руки попадает благ больше, чем нам нужно, мы начинаем разрушать сами себя. Как размышляет богач: «Я разрушу мои житницы». Это удивительно, но, наверное, вы с этим, большинство из нас с этим всегда встречались. Когда человек приобретал, неожиданно получал больше, чем имел до этого, сразу начинали портиться отношения со старыми друзьями, отношения в кругу семьи. То есть что происходило? Отношения не начинали портиться. Просто человек сам начинал разрушать истинные хранилища своей личности, своей души, своего сердца, а это дружеские и семейные связи. Разрушить-то эти связи легко, а вот восстановить или построить новые практически бывает невозможно. Братья и сестры, помним про эту несложную истину. Как только в наши руки попадает благ достаточно, больших, чем нам нужно для повседневной жизни, мы разрушим ток. Мы начнем разрушать сами себя. Помня про это, сохраним себя и поможем кому-то еще. Храни нас Господь. И ныне, и присно, и во веки веку. Аминь.